Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Rusiyada rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Rusiya dövlətinin başçısı ilə təkbətək görüşü olub. Визит ваш проходит в преддверии заметного события в наших двусторонних отношениях, 30-летие установления дипломатических отношений. И сегодня мы подпишем декларацию о союзническом взаимодействии. Это совершенно очевидно новый этап в развитии наших отношений. И, безусловно, стало это возможным, в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении вопроса карабахского урегулирования. Я думаю, что мы можем, несмотря на те проблемы, которые в текущей жизни еще возникают, все-таки быть удовлетворены тем, что мы достигли того уровня, на котором сейчас находимся. Мы об этом, конечно, подробно поговорим сегодня, но в любом случае уже есть определенные договоренности с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокирования транспортных коммуникаций. Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать, но мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы этот процесс шел мирными средствами, развивался мирным путем, и чтобы мы добивались, безусловно, удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс. Кстати говоря, и Российская Федерация, и другие ваши соседи, я знаю, заинтересованы в том, чтобы вот такая эти вопросы, в том числе по транспортным коммуникациям, решались, потому что в этом заинтересованы не только Азербайджан, и Армения, заинтересованы и Россия, и, повторяю, все другие ваши соседи. О постконфликтной ситуации Российская Федерация сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией и перевода урегулирования конфликта из горячей фазы в политико-дипломатическую сферу. И трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года при активном вашем личном участии, как раз и позволило нам урегулировать этот многолетний конфликт. Сегодня новые ситуации, сегодня геополитические реалии в регионе приняты мировым сообществом, и Россия играет также очень важную роль, я бы сказал, главенствующую роль в деле создания возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, открытия транспортных коммуникаций, установления нормальных соседских отношений, и мы очень ценим эту роль. И надеемся, что армянская сторона будет так же, как и мы, со своей стороны выполнять все пункты заявления, подписанного в ноябре 2020 года. Так что повестка дня очень обширная, этот визит особый. Я в качестве президента в России 48-й раз, но это особый случай, поскольку сегодня мы подписываем такой важный документ, еще раз исторического характера. Еще раз благодарю за приглашение. Спасибо.